Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Розмова на тему». Я Катерина Тригубова і я рада вітати нашу гостю. Валентина Ткаченко, голова правління Миколаївського обласного благодійного фонду «Доброта і довіра». Вітаю вас, Валечко, в нашій студії. Говорити будемо про роботу фонду і про традиційну вже акцію «Волшебство під Рождество». Валечка, акция действительно уже традиционная, наши телезрители наша знают, компания. Да, и наша телекомпания тоже знает и участвует, и все по мере возможности действительно присоединяются к этой акции, потому что раз в году, хотя бы даже как бы ты ни был занят, очень хочется именно в эти дни, декабрьские дни, стать вот настоящим волшебником, стать святым Николаем для своих детей, для детей, которых рядом, и особенно для тех детей, которые нуждаются в тепле, доверии, любви именно от взрослых. Акция уже, мы встречались здесь, в этой студии, но в другой программе 11 ноября, да, только-только начиналась эта акция, она была вот в такой первый этап был, сейчас уже ближе, скоро 19 декабря, да, уже скоро Святой Николай просто в каждой двери постучится, будем на это очень надеяться. Что сейчас, как сейчас выглядит количество подарков, количество детей, которые уже их получат точно, и что осталось еще сделать? Ну, я хочу, во-первых, сказать всем огромное спасибо, кто нас смотрит. Вам огромное спасибо, которое нам помогает распространять информацию, чтобы для людей это как-то донести. Потому что действительно акция необычная тем, что мы не собираем конкретно деньги на это все. Мы находим этих детей, они пишут нам эти письма, они вылаживают в этих письмах свою душу, свои пожелания, свои мысли. Как они это видят, и что бы они вообще хотели. И эти все песни выложили в интернете для того, чтобы человек мог прочесть и найти на того ребенка, который ближе ему по душе, да. Вот он заметил это вот там девочку или там мальчика, вот он хочет там игрушку или там коляску, я не знаю, там или MP3-плеер, но вот ему показалось, что это родственная душа. И эти люди объединяются с помощью нас. То есть мы нашли ребенка, мы нашли волшебника. Человек, прочитав, он почувствовал, что он именно конкретно хочет этого ребенка, и он покупает ему подарок и приносит нам, где мы собираем до 10-го, ну, максимум до 15-го, если кто-то в Николаеве, эти подарки, отмечаем по списку, что, слава Богу, все волшебники все передали, все у нас есть, мы закупим сладости и, как всегда, поедем с концертной программой, поздравим. То есть акция необычна тем, что мы соединяем людей и детей. Это очень хорошо, потому что просто принести деньги, ну, это, знаете, как бы, говорится, отмазаться, да, вот я сделал доброе дело. А я хочу, чтобы они это чувствовали. Чувствовали, переживали, видели наши отчеты, видели счастливые глаза этих детей. Это очень, считаю, благородная и хорошая акция. Ребята, конечно же, да, ребята современные. Даже если они находятся в интернатах, где неплохие условия, но все-таки действительно это не дома, правда же? Да, это не, да, и материальные, и финансовые, и так далее. Но им тоже хочется. Вот те же планшеты, да, те же MP3-плееры, те же наушники. Достаточно, можно сказать, это подарки дорогие, и игрушки сейчас тоже. В прошлом году, помните, были группы даже людей, которые просто собирались, и вот друзья, допустим, да, там да, несколько семейных, да, пар, предприятия. Да, предприятия тоже собирались. В этом году есть такие случаи? Да, конечно. И, во-первых, я хочу сказать, что уже каждый может год быть, группу детей кто-то отслеживает брал на старые волшебники. Они уже ждут этой акции, и когда только появляются первые списки, они быстренько пробегают, выбирают уже не одного ребенка, это минимум 5 человек они берут, и где бы эти волшебники не находились. В том году, помню, мы позапрошлым, в том году мы говорили, что к этой акции подсоединилось очень много у нас городов, то есть не только Николаев. Были всевозможные города, и Новгород, Волынск, Житомир, Киев, Одесса, Харьков. Ну, очень было много городов. Я очень была благодарна, потому что люди постили, люди друг другу передавали на стенках. Они новая почта и Укрпочта была завалена, они последние дни как бы присылали. Я им очень была благодарна. В этот раз я также продолжаю это все, что старые волшебники подключили уже новых волшебников, подключаются новые предприятия либо организация, даже именно коллектив, получается, позвонила девочка, я работаю, допустим, в IT-компании, она достаточно большая. Сначала взяли 3 ребенка, потом взяли еще 9 детей, да, потом взяли еще 20 детей. По мере распространения, да, информации, по ихним сотрудникам, понимаю, те, да, тоже захотели, но обратно большую роль сыграло то, что мы уже прорабатываем, у нас есть фотоотчеты, у нас видеоотчеты. То есть люди видят, как мы работаем, они видят эти письма детей, они их прочитывают, они спрашивают им, а можно ли с вами поехать, и как это все доходит. То есть я им показываю отчеты того года, фото, особенно видеосюжеты, что где все видно, что как мы собираем, сколько мы туда вывозим, как дети это все вживую получают, что это по списку все, что мы еще дополнительно комплектуем где-то там шариками, гелями, да, эти сладкими подарками. Дети, то есть, как бы это все доходит, и смысл наш это не то, что там себе взять и потом сказать, что мы такие хорошие. Нет, мы всегда их благодарим.
первую очередь, что если бы не волшебники, если бы не средства массовой информации, если бы не те люди, которые просто нам помогают, мы бы ничего вообще бы не сделали. На самом деле мы выполняем очень маленькую работу, как бы союзники и организаторы этого всего. То есть я просто благодарна этим всем людям, потому что они откликались, и просто вот масштабно мы делаем действительно что-то очень большое и очень доброе. В принципе, ваша деятельность и ваша вот эта вот акция, даже можно сказать наша акция, потому что она уже действительно николаевская акция, да, то есть она для всех. Это яркий пример того, что вместе можно сделать гораздо больше, чем каждый человек по отдельности. И это то, что доносится, и то, что уже становится вот таким вот нормальным, да, нормальным, традиционным уже тем, что в жизни уже не является каким-то таким примером из ряда вон выходящим. Нет, это уже нормально, и это замечательно, потому что действительно это должно быть нормально, это должно присутствовать в жизни каждый день. Помогать, это должно быть естественно. Да, и становится естественным. И вот насчет благодарности. Вот я думаю, что обязательно надо кого-то упомнить, потому что всех, это всем приятно, да, но все-таки есть люди, которых нужно озвучить, да, обязательно. Да, я хочу сказать, что обратно же. Первоначально хочу сказать большое спасибо всем нашим старым волшебникам. Только списки появились. Первый был это список, это дети-сироты, либо второй, это то инвалиды, либо многодетные, они сразу же подключались, и уже если они уже с первого списка взяли, они все равно просматривали второй, и все равно хотя бы еще на какого-то там одного-двух детей они все равно брали. Огромное вам спасибо, все мои старые волшебники, потому что действительно вы, это, как говорится, с вашей легкой руки все начиналось. Спасибо. Второе, то, что подключаются новые люди. Независимо от того, кто-то просто привозит, говорит, я могу привезти гуманитарий, даже те же вещи, игрушки, это тоже хорошо, потому что мы выезжаем, мы все равно вывозим гуманитарий, который им на какой-то промежуток им понадобится, им будет востребован, требован, все тому подобное. В-третьем, все города, которые увидели и подключились. Потому что, как бы, поименно кого-то назвать, это был бы очень большой список. Я просто говорю, что все города, которые в этой акции подключились, вам огромное спасибо за доверие, которое вы оказали нам. Я думаю, что мы вас не подведем, и вы будете довольны нашей совместной большой работой. У меня, вот знаете, вот есть таких пару человек, которые бы все-таки хотели отметить, что в этом году вот подключилась новая IT-компания. Ее мы именно, название упомянем уже в конце, как говорится, мы сделаем такой вот интрига, интригу, да, небольшую. Телезрители, да, потому что дождитесь конца нашей программы, вот. Вот, потом, что узнаете. Очень много подключились, и они с первого, со второго списка практически взяли по 30 детей. Это достаточно большое количество, и я благодарна этим сотрудникам, потому что действительно они загорелись этим, они захотели что-то сделать. Второе, большое спасибо нашей Германии, уже на второй год подряд мы с ними работаем. Когда-то увидел пост на Фейсбуке, что мы выложили, прочли эти письма, Оля Ранкель. Тоже у нее муж инвалид, и она как-то так загорелась этим, она нашла, она сама украинка, но она проживает в Германии, она нашла вот однодумцев в Германии, и вот уже второй год подряд они берут наших детей. Они тоже взяли практически 1/3 списка и там, за что им огромное спасибо. Вот они каждый год формируют, и там до 15-го тоже присылают сюда часть каких-то сладостей, которые просто гуманитарные люди, которые хотят собрать. Но в основном это подарки. И люди покупают, вот там вот они, конечно, покупают те подарки, которые дети хотят, и стараются выбрать все фирменное, потому что, ну, у них в понятии немножечко как бы все по-другому, потому что ребенок должен получить самое лучшее. Вот я им очень всем благодарна, всем, как бы, всем людям, которые в Германии подключились, и вот нашим организаторам, да, Лида Солнцева и Оля Ранкель, потому что они как бы тоже сделали, как бы, как мы тут организуем, но они организовали это у германцев, и мы начали сотрудничать. Вот сотрудничать даже в таком плане, просто обмен письмами, обмен подарками, мы им потом назад присылаем письма этих детей, и они немцам вручают оригинал этих писем, этих деток. То есть там не только наши люди, вот, ну, мигранты, скажем так, нет, да, люди, да, которые они, живут, да, там, немцы подключились. Но там и этнические немцы тоже, да, подключаются. Да, подключаются, потому что они видят обратно же эти отчеты, они видят уже в том году проделанную работу, которую мы сделали. Им это интересно. Да, для них это немножко было необычно, да, почему мы не просим денег, а почему мы просим только подарки. Хотя были предложения денег, я отказалась, говорю, мы хотим собирать подарками, я хочу, чтобы человек, ну, как бы чувствовал, видел это все, их это очень завлекло, взамен пообещала им оригинал письма того-либо иного ребенка. Мы потом им пересылали эти письма, и всем людям, кто был волшебником, мы раздавали эти письма на настоящий оригинал тех детей, которых они выбрали в дальнейшем себе на волшебников. То есть, как бы, это, ну, как бы очень хорошо. Также я надеюсь, что мы работали, работали, работаем и будем работать с нашей Сандорой, Валерий Палачуков, то есть, как бы, это просто замечательный человек. Мы, может быть, не так часто к ним обращаемся, но, по крайней мере, когда мы обращаемся, я никогда не вижу в нем отказа. То есть Сандора нас всегда выручает, то есть, сладкими
соками, которые востребованы. Вот в том году мы ездили в Антоновку, они нам выделили, да. Мы делали концерт на День ребенка, они нам помогли. То есть, как бы, это все-таки как бы помощь. Но я знаю, что они не со всеми работают, но я им благодарна, что они уже на протяжении 2 лет с нами сотрудничают по мере возможности, как мы к ним обращаемся. То есть, действительно, им большая в этом благодарочка. То есть, потому что как-то всегда воспринимают хорошо, и даже если, допустим, я пишу письмо, они говорят, мы сейчас не можем, но вы все равно обратитесь, давайте мы пересмотрим другое мероприятие, мы вот постараемся вам все-таки помочь. Действительно, люди отзываются, как бы там тяжело, допустим, было ли или не было. Еще у меня такая есть девочка, Инна Малиновская, это, знаете, это я не знаю, но тогда же я ее называю, наверное, как искорка моей жизни, потому что человек еще 3 года назад, когда только организовался фонд, начал с нами сотрудничать, независимо от того, что тяжело им было, не тяжело, родился у них вот ребенок, они пытаются в каждой акции участвовать. Сотни Великих Сердец, они участвовали, у них вот должно было через месяц родиться ребенок, они говорят, мы немножко ужмемся, мы закупим немножко меньше, но мы поучаствуем в этой сотне, да. В том году они взяли больше 9 детей, в этом году они взяли 4 ребенка, таким достаточно, то есть, скажем, ну, не маленькими подарками. И каждый раз он там, она соберет от кого-то там вещи, привезет мне, то там закупит там памперсы, что-то там еще передаст. То есть, насколько вот человек просто уже вжился в роль вот в нашего фонда, на вид постоянного отчета, на вид благодарности, и вот она вот уже этим, знаете, как бы живет. То есть это такая наша палочка маленькая, выручалочка, которая действительно очень благодарна. В принципе, вот таких вот людей понемножку везде есть, но это просто тот человек, который с момента открытия фонда всегда с нами. Вот, Инночка, тебе просто огромное спасибо. Замечательно, вот видите, как-то сколько людей и сколько всего хорошего могут сделать люди, когда у них есть желание, когда у них есть горение какое-то свое внутреннее, да, и когда все вместе. Это просто замечательно. Идем дальше. У фонда, кроме акций, есть совершенно замечательный коллектив, кроме взрослого коллектива, да, который помогает, это детский коллектив. Это дети, которые потом будут замечательными взрослыми. То есть это замечательные дети, которые видят пример в своих родителях, это в своих лучики. Преподавателях. Да, это вот те лучики, которые будут светить и дальше. И по мере взросления они будут становиться еще более открытыми, еще более добрыми, потому что они уже увидели это в детстве. Хореографический коллектив. Это дети творческие, это дети, с которыми вы занимаетесь. Немножко вот о детском коллективе. Ну, скажем так, что мы уже 2-й год подряд пытаемся немножко помимо основного коллектива добрать еще и пытаемся набрать самых маленьких. Это 3 года, да, это сложный возраст. Я не знаю, как справляются мои младшие хореографы, честно сказать. Это надо иметь большое терпение и труд для того, чтобы что-то им донести, чему-то их научить, чтобы они перестали бояться сцены, чтобы они работали как одна команда, чтобы они услышали и поняли, что они вообще делают. Это действительно очень большой труд. Вот. Детки – это лучики, это непростые детки, это детки с социально-защищенных слоев населения. Здесь приходят дети с нормальных стандартных семей, но я рада, потому что они, когда соединяются, у них нет вот какой-то конкуренции. Я там такой, а у меня есть 100, а у меня этого нет. Нет, они все равны у меня. Счет совсем одинаково. На тренировках уделяется внимание всем одинаково, если даже ругаются, всех одинаково. То есть как бы команда должна работать командой. Они знают, что если кто-то что-то не так сделает, то пострадают все, потому что от одного зависит очень много. Это как бы учит очень правильно. Во-первых, педагоги к ним немножко относятся не в плане дрессировки, как в коллективах, да, на профессионалах, да, там, да, дрессируют, да, детей. Да. Действительно, они работают, это высокий уровень. А мне бы хотелось с помощью любви... Хореография с человеческим лицом у вас. Да, хочется какой-то такой игровой игры, с помощью какой-то любви, с помощью донесения того, что они не должны красиво отработать, а они могут что-то подарить со сцены. И чем они красивее это сделают, тем больше это разнесется на зрителя. И большая радость будет у тех, да, кто смотрит. То есть они горды, что они что-то могут, что они себя реализовывают, что они заявляют, что они есть. Их видят. Но, с другой стороны, не выходя на сцену, они дарят свои номера, они улыбаются, они выходят в своих смешных, может быть, немножко костюмах, и зрителю нравится смотреть этих маленьких деток, когда они что-то действительно могут. А у нас есть сюжет, и мы его посмотрим немножечко позже, то есть вот держим интригу, да, благодарность одному из инкогнито, и вот еще сюжет у нас дальше. Продолжаем, вот новая акция у вас есть замечательная, и сейчас мы посмотрим фотографии, да, и вот когда они пойдут, уже будем рассказывать об этой акции. А это вот такие футболки мы сейчас увидим, можно уже запускать фотографии, вот, мы их видим на экране, написано «Я обожаю вам счастья», и это чудесные принты, что это такое, откуда вы их взяли? Это рисунки детей,
которые были нарисованы в основном до 7 лет. Даже некоторые были рисунки 4-5 лет. Мы попросили детей нарисовать, как они видят счастье. Что для них счастье? Вот, какие-то цветовые гаммы, может быть, какие-то свои определенные, может быть, рисунки. И выбрали самые яркие и решили напечатать их на футболках для того, чтобы люди видели, и как дети по-своему передают счастье, да, как они могут пожелать это счастье. Это очень необычно, потому что есть действительно эти рисунки с интерната или с реабилитационного центра, и ребенок даже оттуда может как-то пожелать просто простого счастья, то есть любому человеку, который бы купил бы эту футболку. Почему зародилась такая идея? Хотела бы как-то обратно, с помощью детских рисунков донести что-то взрослому, что дети тоже могут желать счастья, но он не видит это немножечко по-своему. И как они видят? Вот мы с помощью этого рисунка сделали. Мы сделали первые футболки с одним пока рисунком, потому что на сегодняшний момент мы выбрали, для нас он показался такой самый необычный, как бы, чтобы был самый маленький ребенка, и на своих же детях фондовских, да, там на хореографов, на фондовские дети, у нас еще Оксана Солодка, то есть со своей семьей, спасибо ей огромное, пришла соучредитель, да, вплоть до самой маленькой, которая вот всего лишь полгодика, мы надели на нее эту футболочку, если кто-то видел, обратил внимание, вот они с семьей пришли, участвовали в фотосессии, что мы с помощью футбола хотим передать людям вот этот позитив, который идет от этих детей. Во-первых, передать, а во-вторых, это была бы небольшая бы помощь нам к акции. То есть одна футболка, то есть настоящая хэба, да, производство в Украине, детский рисунок. Приобретя бы такую футболку, 50 гривен с каждой футболки бы отчислялось бы на фонд для того, чтобы мы там дособирать, допустим, могли эти деньги, либо иные деньги к акции на подарки, потому что они еще висят, у нас есть незакрытые детки, либо закупить сладости. В принципе, то есть как бы сумма небольшая, но... А как, вот давайте озвучим и сумму, и как можно эту футболку где приобрести, каким образом? В интернете везде есть указаны реквизиты, с которыми можно с нами связаться. Везде это Facebook, правильно? Facebook, то есть контакты, это социальные, Facebook и контакт. Где указаны, либо можно напрямую выйти и списаться, либо указаны контактные телефоны, где можно было бы связаться и заказать эту футболку в любом размере, потому что есть 3 женских размера, 3 мужских размера, подростковые 14-10, и на годик, и на 6-7, то есть это все есть размеры детские. Мы специально заказали такой универсального плана, чтобы можно было Можно было заказать эту футболку, стоит она 200 гривен. И с каждой футболки 50 гривен будет отходить на фонд до Нового года для того, чтобы мы могли докупить необходимое. Конечно, дай Бог, чтобы у нас не остались дети без подарков, но пока висят дети... Ну, так очень... никогда не бывает, я думаю. Да, бывает, все-таки... что последний день что-то как-то закрывается, но как-то люди немножко выдают, потому что 2 списка, практически 300 человек, это много. Много. И очень тяжело, и я понимаю их, что они не могут все охватить, люди немножко перегорают, потому что взяли, все, они уже больше не вытягивают, а сейчас уже сами преддверие этих всех новогодних праздников, мы уже тоже начинаем задумываться в семье, да, что вроде как бы бюджет есть, еще надо что-то для семьи скупиться, там и подарки, и стол, да, новогодний, а потом же еще детей вывести на елку. И как бы вот решили сделать вот такую акцию, чтобы, может быть, как немножечко дополнить казну, и все-таки, чтобы было, мы были живы и спокойны, что у нас будут и подарки, будут и сладости для всех детей полноценно. Замечательное дело. Еще раз напоминаю, значит, Facebook и контакт, то есть можно набрать «Доброта и доверие», благотворительный фонд или Валентина Ткаченко, увидеть этот пост с реквизитами, где, как можно приобрести эту футболку, и, по-моему, это вообще великолепный подарок и на День Святого Николая, и на Новый год. Плюс еще осознание того, что часть суммы пойдет на совершенно замечательное и благородное дело, просто, по-моему, все складывается замечательно. Пожалуйста, действительно, красивые футболки, наше украинское качество, поддерживаем нашего отечественного, да, наши украинские дети, то есть поддерживаем отечественного производителя, поддерживаем наших украинских детей и дарим счастье себе и окружающих. Замечательно, то, что нужно в эти теплые, светлые зимние праздники. Осталось у нас еще такой вопрос, это вот тоже традиционный, такой вот просто целая цепочка зимних мероприятий. Я предлагаю посмотреть сюжет, первое мероприятие уже произошло, это на Всемирный день ребенка был большой-большой концерт от хореографического коллектива «Доброты и доверия». Запрошених гостей півтисячі. Діти різні. Миколаївські школярі і малеча з багатодітних родин і сімей воїнів АТО. Діти з особливими потребами. Ми даримо праздник. Мені здається, що це найголовніше в наше час, тому що політика, війна і все це все з'їдається, а діти повинні залишатися дітьми. Дітлашня вітає своїх однолітків по-дитячому щиро, бажаючи добра.
Желаю здоровья, счастья, любви. Они были рады. И чтобы, у тех, кто ходит в школу, чтобы у них были хорошие оценки. Я хочу, чтобы все дети не болели, которые вообще во всех странах, и учились хорошо. А пожелать родителям хотелось бы, чтобы не забывали, что они прежде всего дети, нагрузка в школе очень большая, но пусть все-таки помнят о том, что им нужно иногда и поиграть, и повеселиться. Хореографічний колектив фонду до концерту готувався з самого літа. Репетирували нові номери, шили костюми. Для частини маленьких танцюристів цей захід – перший вихід на велику сцену. Это все новые дети, которые мы набрали, которые пошли у нас по программе АТО, малообеспеченные, которые в этом году мы еще дополнительно все-таки брали. Хотя я и говорила, что нам тяжело, но мы все равно пытаемся с ними работать, потому что их, к сожалению, меньше не становится. И мне кажется, что им еще больше нужна наша поддержка, наша помощь. Костюми для танців розшивали вручну. Кожен з них – окремий витвір мистецтва. Это был, допустим, украинский танец, где наши дети. Мы им делали вышиванки, им вручную вышивали. Это все, насколько было продумано и сделано, это были настоящие, богатые, красивые костюмы с настоящим шоу. До кінця цього року колектив ще не раз подарує свято малечі. У нас планируется 20 декабря концерт. Это мы будем поздравлять деток АТО, у папы погибли, либо без вести пропавшие. Им на многодетных, где 5-6 детей. Эта категория детей уже написала писем. И мы уже практически их всех обработали. Также есть Антоновская школа-интернат, где мы поедем 26 декабря, где мы повезем туда обратно концертную программу, подарки, сладости и все остальное. Также 18-м будем поздравлять детей-инвалидов со Святым Николаем. То есть у нас обширная программа, в принципе, весь декабрь у нас забит. Мы к этому готовимся и максимально в праздничные, вот эти святковые, как говорится, дни, мы максимально подарим свято нашим детям, радость, улыбку, и немножко сладости. Крім святкових концертів, і в цьому році фонд ініціював традиційну акцію «Волшебство під Рождество». Під час неї кожен дорослий може стати особистим чарівником для вихованців інтернатів, дітей, які втратили батька на Сході, малечі з малозабезпечених родин. Дітлахи написали листи до Святого Миколая, розповіли про те, які подарунки вони хотіли б отримати. Вопрос ведется в том, чтобы люди узнали этих детей, увидели их и сами пошли что-то для них сделали. Они просто положили деньги и сказали, все, я сделал доброе дело. Нет, они должны прочувствовать, действительно почувствовать, что они стали волшебниками. Вот мне как-то вот хочется вот объединить этих детей и этих волшебников, а мы как посредники служим, для того, чтобы вот была прямая связь. Кожна дитяча мрія, яка здійснюється, в майбутньому стає основою для щасливого життя. Допомогти малечі бути щасливими зараз по силах кожному дорослому. Для цього потрібно лише велике бажання, доброта і активні дії. Ну что ж, действительно, вот в том лайфе, да, который завершил наш сюжет, действительно, у каждого есть своя мечта. А люди, которые могут ее реализовать, эту детскую мечту, они замечательные люди. И каждый из нас может быть таким замечательным человеком, потому что внутри мы все хорошие, даже когда быстро бежим, даже когда уделяем внимание только работе. Но нужно все-таки остановиться хотя бы в декабре, правда, вот накануне Рождества, подумать и сделать хорошее дело. Это замечательное дело, и оно добавит и нам с вами всем, да. Да, и здоровья, и счастья, и хорошего настроения. А главное, это доброе дело сделает счастливым хотя бы одного человека. Валечка, завершаем? Да. Спасибо огромное, как говорится. Я очень рада, потому что всегда меня тут встречают теплом, добротой, замечательными сюжетами. Я надеюсь, что мы в дальнейшем будем сотрудничать еще не с одной акцией. А всем людям хочу сказать, что действительно волшебниками стать очень легко. Просто нужно что-то маленькое сделать. От этого маленькое уже покатится шар. Всего доброго и большого. И поблагодарить. У нас еще наша интрига. Нет, интригу меня попросили оставить аж до конца, когда акция не закончится. Ага, хорошо. Дорогие телезрители, следите за нашими эфирами, следите за нашими сюжетами, и обязательно вы узнаете,
кого же действительно Валентина поблагодарит лично вот в самом конце акции. Да. А благодарит она, конечно же, всех, всех, кто присоединяется к акции, всех, кто сейчас узнает об этом и еще может к ней присоединиться. Потому что есть незакрытые детки. Да, действительно, есть еще несколько подарков, которые нужно, обязательно нужно собрать вот эти средства или купить их для того, чтобы каждый ребенок, каждый, кто написал Святому Николаю, получил то, что он хочет, и стал счастливым именно в конце вот этого 2015 года, и запомнил этот подарок, и хранил его всю жизнь. А потом рассказывал своим детям, что когда-то помогли мне, волшебники, и я буду, есть. Да, волшебники есть, волшебники есть, и все будет у нас хорошо. Я прощаюсь с вами до наступной зустречи в нашем телеэфире каналу «Миколаїв».